Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами возвращаемся в замечательную философскую головоломку «Принцип Талоса». И я продолжаю летать над этим островом, изучая, что тут и как. И, друзья, нашла я тут одну вещь. Ну, как говорится, не стала лезть дальше. Вот так вот, пролетая на своем джетпаке, кстати, я только сейчас увидела, где идет вот у него полосочка, заканчивается топливо там или как-то так, в нижнем левом углу. Так вот, где-то здесь, я уже не помню где, но где-то здесь я летала и пролетала мимо то ли пещера, то ли какая-то, ёлки, я уже не помню, по-моему, где-то с этой стороны что-то мелькнуло, очень странное. Да, по-моему, где-то вот здесь вот. Поэтому давайте, как говорится, более того, слышите вот этот вот гул? Он явно оттуда уходит. Я почему наткнулась на него? Ходила здесь, думала, да что ж тут у меня коннектит, что трещит, уже все разобрала. Это нет, тут у нас все выключено. Здесь залетало, тоже нет, здесь не то. Так что давайте я попробую, как говорится, при вас туда забраться. Как-то где-то, по-моему, здесь было. Вот это то, чего я и боялась. Все, да? Мы больше не летаем. А-а-а, какая обидка. Какая обидка. Так, мы сможем еще раз взять этот рюкзак? А что ж случилось-то? Ай-яй-яй. Где он был? Где-то здесь, да? Беда, беда. Дадут ли нам его еще раз? Дадут. О, ура. Подпрыгните, чтобы активировать. А что ж у меня упал-то? Дурачинка ты, простофиля. Ой. Ладно, по новой. По новой. Все-таки что-то там. Почему-то он не стал туда лететь. Ладно. Вот, видите, о чем я говорю? Опс. Опс. Вот что оно жужжало у меня под ногами. Я когда мимо пролетала, видела вот так вот, что что-то мелькнуло тут. Так, друзья, это феноменально. Так, а что делать? Ну, теперь-то нам не страшно. Мы теперь можем притащить, что, деактиватор? У нас же есть деактиваторы, все вот эти, которые деактиватор под карантином. Мы же все теперь можем забрать, да? Главное при этом не убиться. Вот, да. Так, нам надо притащить деактиваторы. Где они у нас были? Здесь, по-моему, не было. Причем, по-моему, эти лазеры заработали именно тогда, когда я там уже мимо пролетела. Так, мы же можем это все взять и пронести. Ну вот. Отлично. О, какая красота. Как жалко, что этот джетпак нельзя будет
пронести с собой. Так, один и второй был здесь, насколько я помню. Да. А, был-то он был. Да вот где? Ах, ну да, мы же умерли, у нас тут теперь все по-старому. Нас не страшен серый волк. Теперь только не забыть, где я их оставила. Так, ну что, побежали. Так, попробуем туда, может, отсюда долететь. Так. Активировать. Это один. Даже тень видна. Так, берем второй. Ужасно интересно. Пролетели. Только не падай. Так, что теперь? Ай. Да ладно. А как я нажму на эту вашу штуку? Так, сюда явно нужна вот эта вот штука, которая вращается. Нужен третий деактиватор. Я уже не помню, а у нас есть третий деактиватор. Или луч сюда провести надо? Ну, вы даете. А как же я сюда луч-то провезу? Проведу. Дайте-ка, как-то мне это поудобнее сделать. Тут сразу не падать. Вот так, наверное. Ой. Не то мы деактивировали. Вот так. Итак, нам нужен деактиватор, нам нужен коннектор. Мама мия. Да, друзья, придется мне, очевидно, опять все тут строить, чтобы сюда законнектить. Ну, посмотрим. Так, деактиватор. Где он у нас еще был? Отсюда мы его достали, да, под карантином. Он у нас тут был. Один. А, у нас был еще деактиватор. Нет, отсюда мы его забрали. Или нет? Нет, конечно. Летели. Ах, ёлки, нет, все-таки придется вести сюда. Как-то так надо подпрыгнуть, что ли, чтобы оно заработало. Нажимная плита почему-то наверху. Ах, вот оно как. Очень интересно. Все ясно, надо, чтобы оно заработало. Поставить сюда куб, куб взлетит, нажмет эту плиту нажимную. И нажимная плита откроет вот это. Боже мой, да что ж это за гробница-то такая? Кто тут похоронен? Сам папаша Элохим? Обалдеть. Итак, значит, нам нужно колесико, нам нужен куб, и главное, как сюда провести луч. Так, ладно.
пальцы принесем сюда коннекторы, какие только есть. Опять же, какие нам не нужны? А, елки с палками. Сдается мне, что придется лучик вести сюда, откуда-то, естественно, извне. Тоже понятно, что извне, но вот откуда? Откуда можно сюда притащить луч? Оттуда, наверное. Больше ниоткуда. Для этого там все должно летать. Так, ну а вращающиеся штучки мы можем и отсюда забрать. Так, давайте я сюда все сложу, подготовлю. Так, нам нужен кубик. Да, друзья, и печалька. Очевидно, сейчас мне придется сделать так, чтобы летал там этот. Давайте, чтобы зря не бегать туда-сюда, я уже что-нибудь возьму. Еще раз слетаю в эту пещеру и примерюсь. Откуда ж туда можно этот лучик-то провести? Так, только не упади. Удачника. Так, где же ты? Как же тебя можно провести? Но здесь одним не обойдешься коннектором, друзья. Здесь надо несколько. То есть, если мы сюда ставим коннектор... Так, ну это понятно, чистополе. Да, это только оттуда он может что-то подцепить. Там у нас летали красные лучи и... По идее, двумя коннекторами можно их сюда привести. Давайте я это попробую сделаю. Хотя что-то я сильно сомневаюсь. Оно же как-то так... Мне надо, чтобы он вот здесь стоял вообще-то коннектор. Так, давайте возьмем какой-нибудь уже... Сделаем вот так. Так, теперь мне нужен еще один. Уже не помню, где тут они были. Один прямо здесь стоял. Их здесь три было. Где еще один? Ладно, не суть. Возьмем откуда-нибудь из другого места. Все равно у нас уже все порушилось. Бой тут нам не нужен. Как мне нравится летать. Не летать, охота. Мы сейчас упадем. С такой охоты. Так, ну-ка давай-ка мы тебя сразу законнектим. Вот с тем. Выбрать и соединить. Так. О, а почему тут два? Ладно. Ах, да, здесь же стоял один. Лети, лети, лети. Да ёлка. Только не падай.
Ну вот, по идее, можешь соединить. Ну то, что там наверху, это нас не волнует. Главное, что мы сюда провели. Так, сейчас мы его прихватим. Сюда. Тихо. Быстро эти свои полеты совершает. Так, выбрать и выбрать, соединить. А что мешает? А, я мешаю. Деактиваторы мешают. Ёлки с палками. Как это? Неприятно. Подождите, давайте тогда себя так. Возьмем грани. А это был не тот. Активировала. А ты на кого направлен? Ёлки. Чуть не убили. Вот. Теперь надо сюда кубик притащить. Как все сложно. Как все сложно и как можно все проморгать очень быстро. Так, где там мы подготовили куб? Тихо. Обалдеть. Так, друзья, скриншот просто. Так, от первого лица. Очень ярко и красочно. Ребята, я не перестаю удивляться этой игре. Ледяная пещера. Да ладно. Это тот же самый Гнар, да? Подожди. Ты тут сильно вмерз? Ты не прыгнешь сейчас на меня? Да, друзья, я даже не знаю, что комментировать. Тут комментировать, собственно, нечего. Это великолепно. Вот эти лед прозрачный. Он туда вмерз. Я ничего не могу с ним сделать. Растопить себя, например, своим джетпаком. Нет? Если я сильно от себя попрыгаю.
ничего не происходит? То есть, подождите, секундочку. Нет, это все, конечно, великолепно, но мы сюда летели. Еще неизвестно, как мы сейчас отсюда выберемся. Только для того, чтобы полюбоваться на вот это вот замерзшее чудо. Так, ну давайте осмотримся, прежде чем кричать, как потерпевшим. Вот тут какая-то еще есть. С ума сойти. И нам опять туда вверх. Что делал Гнар? Да, тут больше ничего я не вижу. Красотища. Красотища. Прошу прощения, друзья, за фотки, но ну не удержаться, потому что вряд ли мы еще попадем сюда. Я так думаю, что мы сейчас уйдем из этой пещеры. Игнар помашет нам вслед ручкой своей замерзшей. Мы тебя ваяли из камня, ты прыгал со скалы. Мы видели тебя в бинокль, и наконец-то ты вмерз. Так, ну ладно, полетели. То есть это усыпальница Гнара, друзья. Прошу любить и жаловать. Теперь вы знаете, где он покоится. Замерзший во льдах. То есть, зачем? Возьми уже. Пусть он держит открытым. Да, запечатана была эта гробница. Серьезно, серьезно, что и говорить. Так, ну ладно, а мы отсюда улетаем. Я надеюсь, без приключений. Не убьемся больше. И, друзья, я сейчас еще побегу, посмотрю, что еще тут есть. Потому что, как вы, наверное, поняли, я эту серию пишу сразу же вслед за первой. Потому что я боялась, что если я сейчас вот выйду, то этот рюкзачок у меня потеряется. Ну, как видите, он не потерялся. Что мы тут написали? Мне кажется, будто я борюсь с этой задачкой вот уже несколько дней. Тебе тоже понадобилось столько времени? Да, задачка-то мы общими силами справились быстро, но только вот, как говорится, в Талос мы вернулись с вами не скоро. Так что давайте я хочу еще. Может, еще какие-то пещеры тут есть? Я сейчас более внимательно буду летать и смотреть по сторонам. Например, здесь у нас что-то такое. Возможно, что я и убьюсь не раз. Хотя, в принципе, ну все уже мы тут осмотрели. Просто все. Еще остался какой-то островок, но все-таки. Опа! Так, так, нет. Нет, мы никуда не уходим. Нет, я ничего не делаю за кадром. Тихо. Спокойно. Здесь еще. Да ладно. Хан Соло. Или не Ханс. Как его звали-то из Star Wars. Подождите, это кто-то в очках, это не Соло. Разработчики, вы ненормальные. Обалдеть. Друзья, у нас сегодня очередная серия сюрпризов. Эта комната на редкость богата сюрпризами. Я даже не знаю, как это объяснить, почему именно здесь. Ну, хотя мне эта локация, я вам скажу, с самого начала понравилась. Она сделана отлично. Этот замок, эта зима, эти горы и куча вот этих вот сюрпризов, начиная со снега. Ой. То есть... Смотрите, что произошло. Я к нему прикоснулась и прошла сквозь него. Я прошла сквозь него, друзья. И меня кидануло сюда.
То есть это своего рода портал такой? С ума сойти. Что еще? Игра... А где это было, кстати? Где-то здесь, по-моему, да? Да, по-моему, как-то там. Интересно, я могу... Да, я могу просто так сюда зайти. Ну-ка, давайте-ка повторим эксперимент, да? То есть это дверь, это портал. Я хотела посмотреть его, за руку потрогать. Ну-ка. Да, он нас выкидывает просто куда-то в космос. Ужасно интересно. Так, ладно, продолжаем исследовать, Я так просто теперь отсюда не уйду. Там тоже что-то светится. Или это плохо заделанная фактура, текстуры. Так, ну я уже поняла, надо искать такие вот островочки с елочками или с какими-то листиками. Так, главное при этом... Ага, здесь мы были. Ой-ой-ой-ой, так заканчивается джет. Надо это, чтобы он восстановился. Тихо. Так, ну в самый низ, я так понимаю, я не могу. Я пыталась, и вы увидели, мы умерли, когда... Вернее, я не пыталась, это было случайно. Но нам не дали в самый низ опуститься. Так, вот тут еще какие-то а нет, это елочки наверху. О, в замок. Тихо. Давай-ка как-то приноровимся. Не идем мы в замок. Вот я сейчас жму вперед. Нет, в окошко в это нельзя залезть. А жаль. Как по мне, так даже на крышу не получается. Мне даже кажется, что пахнет паленым от этого джетпака. Или от наших пригоревших запчастей, или у меня на кухне что-то сгорело. Ну, в общем, выбор у нас богатый. Так, где мы еще с вами не были? Так, вот на этой стене. И, конечно, это... Что тут у нас? Друзья, обещала, что буду делать это за кадром. Знаете что, давайте вот я тут облет делаю. Мы с вами и попрощаемся. Увидимся с вами через 5 минут, естественно. 5 минут через пару секунд. Я тут и так просто эту локацию, этот джетпак не оставлю. Хотя, в принципе, я так понимаю, друзья, что мы всегда сюда... Можем вернуться. А вот она и крыша. Я пыталась сюда залететь, но как-то не получалось. Тем не менее. Вот они мы. Так что, друзья, увидимся с вами через пару секунд. Итак, друзья, красотища, но ничего я больше не нашла, к сожалению, на этом острове. Потому что я так думаю, что пора его покидать. Несмотря на все это великолепие, я теперь понимаю, почему мне здесь нравится. Это мне немножко напомнило Талоса в Скариме, да. Именно Скарим с его снежными горными вершинами. Так, ну а мы забрались, как видите, вообще тут уже на самый верх. Но пришла пора уходить. Я так понимаю, что если мы уйдем, то это будет навсегда. Ну, я имею в виду, этот джетпак у нас уже
не будет за нами закреплен, а жалко, потому что вот в других как раз головоломках он бы мне отлично пригодился, да, как видите, его нету. Вот в тех самых, где надо много прыгать, скакать и так далее и тому подобное. Это была отличная комната, друзья. Это была великолепная комната. Это было, наверное, самое лучшее пока что, что я видела в этом мире. Ну, давайте с вами перейдем плавно в четвертую и посмотрим, что у нас тут с вами есть. Так, а у нас тут с вами есть, опять же, 4 сигила и аж на 2 звезды. Так, ну что ж, идем с новыми силами. С новыми эмоциями. Где-то я уже слышу какую-то заедающую дверь. Так, от нас что-то хочет компьютер. Мы давно с ним не говорили. Давайте поговорим. Ну что, пип-пип? Так, загрузка сеанса библиотеки. Выполнена установка локальных дисков. Найдена. И так далее. Так, админ локал. Так, это нам просто данные пишут. Давайте почитаем. Пэтс. Пожалуйста, не забудьте выпустить своих животных. Несмотря на то, что не все домашние животные смогут приспособиться к жизни без вас, многим это все же удастся, и вы хотя бы можете дать им шанс. Только помните, выпустите своего питомца, прежде чем вы станете недееспособным. Если вы заметили каких-нибудь закрытых животных в вашем районе, пожалуйста, потратьте немного времени и выпустите их. Если вы оставите двери и окна вашего дома открытыми, он станет для животных полезным убежищем. Оставив как можно больше сухого корма, вы тем самым поможете своему питомцу во время переходного периода. Как это все на самом деле жутенько. Контраририс. Без противоположности не может быть движения вперед. Симпатия и антипатия, разум и страсть, любовь, ненависть – все они необходимы для существования человека. Ошибка? Нет, это не ошибка. Аркадий, журнал Аркадия. Не стало Сарабхай. Горевал весь день. Не в состоянии сосредоточиться. Дренан работает как одержимая. Она вообще спит. Устаю. Да, друзья, для тех, кто, может быть, не в курсе, ну, я сомневаюсь, что кто-то первый раз, как говорится, случайно зашел на эту серию. Но, тем не менее, мы играем за искусственный интеллект, созданный группой ученых, которые самоотверженно, несмотря на то, что они умирают, а умирало все человечество от эпидемии, насколько я поняла, решили создать вот такой вот разум, искусственную интеллигенцию, которая бы вместила в себя все знания, чаяния, чувства, мысли человечества. Вот мы за него и играем, потому что обучаться этот андроид должен сам. Что мы и делаем. Мы обучаемся, мы учимся жить и узнавать как можно больше из обрывков тех данных, которые мы читаем в компьютере. И учимся понимать и анализировать мир, решая какие-то головоломки. Да, как жалко, что нет теперь этого джетпака. Я так уже привык к нему, что никакие стены нам не страшны. Так, давайте почитаем, что пишет народ. У меня же... Ага, у меня не хватает желтых сигилов для нужного устройства. Это безумие. А, кстати, да. Ты приближаешься к тому, чтобы понять, что этот цикл невозможно закончить. Можно только выйти за его пределы. Трансцендентность... Наступает от прекращения заинтересованности в цикле. Продолжай свою работу, но не обдумывай ее значение. О, нет, нет, обдумывать ее значение мы как раз-то и будем. Мы являемся процессом. Процесс – это система. Система – это мы. Когда мы проснемся, мы все будем единым целым. Шепард. Вот Шепард мне нравится. Он как-то здраво мыслит. Прям, могу сказать, по-человечески. Что там происходит? Так, ну и давайте, что нам тянуть, друзья? Так, я так, как говорится, походила, посмотрела
немножечко бегала вокруг. Тут очень странная решетка. Опять у нас какой-то средневековый замок. И вроде как... Ага, дроскрасочка, между прочим. Дроскрасочка. Давайте что-нибудь напишем. Напишем, что мы летали. И нам было хорошо. Здесь не могу это сделать. Нет. Вот здесь могу оставить послание. Нет. Возьми краску. Вставляй послание. Не хочет. Наверное, слишком мало для QR-кода. Тогда давайте вот здесь на солнечной стороне и оставим. Так, а что мы еще не писали? Ну и как я должен решить эти проблемы, если мое существование так ограничено? Да ладно тебе, мы не ограничены. Это я решил, так и не первый, без сомнения, сама здесь не обошлось без высших сил, определенно. Элохим говорит мне... Эх, надо было говорить про то место, что оно самое красивое. Ну, давайте скажем про это тоже. Оно, конечно, не самое красивое. Эту записочку надо было оставлять на том. Так, давайте-ка освободим вот эту вот головоломку от ее... Бым-бым-бым. Так, у нас тут что? О, у нас тут засада. У нас тут этот поднос, коннектор, кубик и темница. Знаешь, что ты мне действуешь на нервы? Ах, вот оно в чем дело. Вот где собака зарылась. Почему идет прерывание? Там бегает мерзенный шарик. А тут у нас какие-то... Так, запрыгнуть я не могу, но я вижу, что сюда можно войти. Ага. Ладно. Ага. Ужасно интересно, как же это сделать? Так, ну что же, будем думать. Будем думать. Это было, конечно, легко с джетпаком, но теперь надо мозги перенастраивать, друзья. И я боюсь, что это будет долго. Я боюсь, что это будет очень долго. Так, ну ладно, у нас есть двойник, у нас есть поднос. А, и на этом подносе он может нас носить. Как-то мы это делали. Я уже, правда, не помню, как это все делалось. Дай сюда кубик. Я так понимаю, что если он понесет нас на подносе, на котором будет стоять кубик и я, то я вполне запрыгну на эту стену, так? Значит... А вот и возвышение, с которого все это надо делать. Так, значит, смотри, что ты делаешь. Запись. Ты берешь платформу и подходишь вот сюда. И стоишь здесь, и стоишь, и стоишь, и стоишь. Стоишь. Так. Не получится и кубиком, и этим, наверное. Никогда не знаешь. Так, потом ты подходишь сюда и ждешь, пока я перепрыгну. На этом, наверное, все. Давайте-ка сделаем воспроизведение. Нет, я не смогу его взять. Тогда поедем так. А, подожди, а я могу на твой-то прыгнуть? Да, я так и знала, что сейчас сюда... Ах, вот оно, все, понятно. Все, товарищ свободен. Я могу на его прыгнуть? Нет, на его я прыгнуть не могу.
быть. Мне надо куда-то повыше забраться, чтобы поставить на него и кубик, и самому забраться. Мне нужен второй куб. По идее. Блин, как ты меня раздражаешь. Ну ладно, пусть будет он там где-то соединен. Куда, я не знаю. Хотя, по идее, мне этот куб нужно будет с собой иметь. Так, ладно, давай по новой. Запись. Берешь платформу, стоишь. А, нет, запись, ты не берешь платформу, ты берешь куб. Вот как мы делаем это. Несешь его сюда. Потом ты берешь платформу. Бери платформу. Забираешь меня. Так. Забрал меня. Прыгаешь сюда. Вот. Так. Мне там тоже понадобится куб. Тогда как ты мне можешь помочь? Ладно, давайте степ-бай-степ поговорим. А мы возьмем. Ай. Да, мы же с нашим кубом туда пойдем. Он будет использовать свой куб. А мы будем использовать свой куб. Да-да, вот так вот я и колупалась. Давай, поехали. Вот. Теперь. Мне надо как-то эту минуту. А для этого мне нужен кубик. А кубик занят. Более того, она меня может пришибить. Да, кубик-то я здесь забрать не могу. Или могу? Могу. Сейчас. Так, мужик, ты мне нужен. Но как? Как его-то сюда запузырить? Давайте думать. Чтоб он здесь постоял. Пока мы кидаем кубом. А не надо мне никуда кидать с кубом. Подожди. Мне надо сюда принести... коннектор. Вот, что мне надо. И куб, и коннектор. Так, предположим, если это возьму, то коннектор поставлю. В качестве груза. Так. Сейчас мы это сделаем. Итак. Голозапись. Ты идешь... Берешь свой куб. А ну хотя, в принципе, на первой стадии можно и не обязательно свой куб. А, так, потом ты берешь вот эту платформу, забираешь меня вместе с коннектором. Прыгаешь сюда, прыгаешь сюда. Я ставлю коннектор, так? Отлично. Thank you.
Так, вот. Теперь у нас здесь коннектор будет держать. Так, теперь все то же самое, только... только с кубиком. Так, запись. Ты берешь кубик, ставишь сюда. Берешь подносик. Я на тебя прыгаю с кубом. А где у нас там было-то? Ты прыгаешь сюда, а я прыгаю туда. Все. Поехали, поехали, мое второе я. Вот. Так, и эту мину мне надо как-то поймать. Смотри, канал. Так, правильно я ее... Нет, неправильно. Ой. А вот теперь как мне отсюда выбраться? Лезь! Лезь! Так, вот. Это мы сделали. Так. И это мы всего лишь открыли одну дверь, друзья. Ха-ха-ха. Так, ну тут-то мне, в принципе, нужен что? Мне нужен просто мой коллега. Мне так кажется, что этим дело не ограничится. Коллега, вы идете просто сюда, встаете здесь и стоите, пока я забираю сигил. Давайте поставим подольше. Открылась. Ага, вот что где открылось. Так, а что у нас тут и почему? Что у нас тут и почему? Уж не какие-нибудь ли там звездочки? Вполне возможно. Вполне возможно, друзья, вполне. Конечно, вот она, звезда. Звезда, звезда, точно. Вот так вот, в первой же комнате звезда. Так, ну что мы можем тут сделать? Мы можем нашего милого коллегу озадачить. Так, либо коннектор. Коннектор с красным светом. Либо надо будет опять ввести сюда красный свет. Я так сильно подозреваю, что именно так это все и будет. И использовать нашего товарища. Ну да, только так. Иначе нам тут никак ничего не открыть. И кубики нам тоже тут не помогут. Нам надо тащить сюда красный свет. Где у нас он есть, мы еще не знаем. Так, ну все тогда. Так, ладно, на предмет каких-то плюшек-ватрушек. Я думаю, мы будем осматриваться с вами уже потом. Так, вот там вошел, дверь открыла. Почему там две нажимные плиты, вот не совсем понятно. Вторая ведет к звездочке. Окей. Давайте уйдем. Что у нас еще есть? Так. Кстати, если тащить сюда красный свет, то вопрос не то, что на засыпку, а просто на...
уж не знаю на что, откуда. Смотрите, оно... Если где-то что-то будет очень высоко летать. Потому что вот этот промежуток куда? Никуда. Абсолютно. Так, что у нас тут? У нас тут все очень просто. Коннектор, кубик и длинный сигил. Арсенал он называется. И, конечно, тут у нас мина. Которая... Да. Все ясно, на тебя нужен деактиватор, чтобы забрать от тебя этот кубик. Иначе тебя не купнуть. Так. Коннектор. Еще один коннектор. А вот и красный свет, который нам... По идее, может понадобиться. Ну-ка, подожди-ка. Сколько тебя там хватает? Только сюда, да? Вот, чисто теоретически. Нет, ставь вперед, вот так вот. Галки, ставь так. Так, и сейчас посмотрим, просто посмотрим. Чисто теоретически, сможем ли мы протащить этот луч из этих ворот. Есть маленькая надежда. Есть совсем маленькая надежда. Просто неуловимая. Так. Просто хочу уже добить эту звезду. Если так можно выражаться про звезд. О звездах, вернее. Добить звезду. Так, соединись. Теперь будем отсюда. Отсюда будем посмотреть. Да, друзья, да, но нужен второй коннектор. Темница. А, так. А это у нас аж здесь. Да, можно сюда провести красный луч, но... Чё, она закрылась дверь? Да, она нужна. Но... Это будет в лучшем случае так... Вот интересно. Ну-ка, подожди. Оставь его. А если наш товарищ подсоединит, я могу к его подсоединиться. Так, запись. Вот смотри, что ты делаешь. Ты идешь, берешь коннектор и... Вот насколько можешь далеко. Выбираешь и подсоединяешь. И ждешь. Отошел и ждешь. А я попробую своим коннектором подсоединиться к его. Мне чисто вот интересно, оно технически это возможно? То есть его коннектор, он просто как бы тень, проекция, или он будет выполнять свои функции коннектора? А, ну-ка.
как интересно. То есть я могу теперь выбрать его. И, в принципе, скажем так, сюда утащить. Ага. Так, вот эту цепочку надо продумать так, чтобы потом он еще один взял. Вот, предположим, да даже всего лишь один. Нужен всего лишь один коннектор. Так, друзья, это уже интересно. То есть мы теоретически можем добить, потому что я не думаю, что сюда какой-то луч можно завести наверх, чтобы с ним сконнектить. С другой стороны, не зря тут все вот эти окошки, наверное, тоже, да? Я так думаю, что если бы у нас какой-то деактиватор был, мы... Да ничего, здесь некуда его ставить. Значит, окошки это просто, чтобы посмотреть, что у нас там есть. Да, ну даже если я это открою, когда-то это пропадет. Фу, друзья, ладно, это, в общем, нам долго-долго с вами разбираться. Давайте вернемся, посмотрим еще раз сюда, что у нас тут. Итак, по крайней мере, понять, куда нам надо. Где тот секил, который нам нужен. Так, что у нас здесь? О, какое интересное соединялка. Такое мы еще не видели. Так, ага, а вот и деактиватор. Я люблю деактиваторы. Так, ага, синий свет. Ну, все понятно. Забираем. С красным будем потом разбираться. Кто-то где-то... А, долбится это. Глупая мина. Так, что здесь? Ага. Пошли забирать коннектор. Активатор. Так. Вон он, сигил. И как нам до него далеко, друзья? Обалдеть. Так. Что у нас тут? Ага. Здесь нещадно сдувает. Так, а как тебя отключить? И, собственно говоря, зачем нам этот сдуватель? Очень интересно. Отключить-то можно, я, в принципе, даже вижу. Как? А, нет, я не вижу, как. Сюда надо что-то поставить, чтобы отключить. Либо сделать вот так, по-моему. А нет. Так. Вот эти задачки минимальными средствами, они всегда веселенькие. Дверцу. Да, и деактиватор. Сейчас мы заберем у нее. Сейчас мы у нее заберем. Да. Ой. Деактивируйся. Отдай куб. Я надеюсь, он не пойдет куда-нибудь дальше. Ага, она теперь очень злая. Мне ее забрали любимую игрушку. Так, так вот. Кубик наверняка тут не зря. Я бы не сказала особо, что мне там эта надувалка мешает, честно говоря. Так, ну как видите, куб
ничего не делает. Только если сейчас я на куб поставлю что-нибудь типа того же деактиватора, который мне, в принципе, нужен, конечно. Смотри-ка. А вот теперь мешает. Так. И что мы с этого получили? Так. Здесь через решетку я не... Да нет, конечно. Еще бы. Еще бы это было так просто. Нет, нет, нет. Так, а что здесь? Еще у нас тут что-то, смотрите. Тут еще какой-то есть закуточек. Очень странный. Очень странный. И, может быть, там что-то в этом закуточке есть? Нужная нам. Твянь. Все, мина, ты же здесь не зря. Ты ж не просто так там башкой стучишься о кубик. Все понятно. Так, сейчас мы тебя будем использовать нагло. Давай, вот так вот. Замри. Где наш кубик? Ой. Да, но... А просто на мину я не могу запрыгнуть? Мне явно нужен второй куб, друзья, потому что я так понимаю, что нам надо туда наверх запрыгнуть. И это вот делается так, но мне не хватает еще чего-то. Ах, где найти кого-то? Мне не хватает куба. Которого я тут, честно говоря, не вижу. Может, я что-то упускаю из виду? Может, я чего-то еще не вижу? Так, здесь у нас нет ничего. Ты не можешь сразу на эту мину прыгнуть. Вот смотри на нее, шарахнет. Оживет и отомстит. Ладно, друзья, это долгие раздумья. И чтобы не затягивать игру, давайте всем этим мы с вами займемся в следующей серии. А сейчас вот так вот прямо с взором на мину мы с вами попрощаемся. Огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пишите ваши подсказки, но без спойлеров, друзья. Огромное вам спасибо, опять же, за это. Всего вам хорошего еще раз и пока-пока-пока. Stay.